В Акмолинской области увеличили производство аппаратов ИВЛ в 15 раз. Сотрудники единственного в стране предприятия работают круглосуточно в 3 смены. Ведь по оценкам специалистов, ежедневно в регионах из красной зоны коронавирусом заражаются по 90 человек. Завод ТНС в Кокшетау – единственное предприятие в стране, которое производит аппараты искусственной вентиляции легких. Их широко используют во всех видах медицинской помощи. С начала года завод обеспечил страну 500 аппаратами ИВЛ. Последняя модификация Кокшетау 4. Это уже аппарат, который в автоматическом режиме работает. Чтобы собрать этот аппарат один, нужно 194 норма-часа по трудоемкости. 60 аппаратов ИВЛ распространили по медучреждениям Акмолинской области. 17 из них завод передал Департаменту здравоохранения региона в дар. Роль искусственной вентиляции легких очень велика. Она велика и в стационарах, и в мобильных бригадах. Аппарат искусственной вентиляции легких очень-очень комфортабелен для пациентов. Очень мало инвалидности после него и большая выживаемость. В настоящее время больницы и машины скорой помощи в стране полностью оснащены аппаратами ИВЛ. На заводе готовы при необходимости произвести еще не менее 3000 единиц такого оборудования. Жанна Рахимжанова, Асим Караулова, Ирбулат Сирикбай, Ермек Махметов, Информбюро, Акмолинская область.